Анонс и точная дата выхода второго сезона сериала «Условный мент». Премьера второго сезона сериала стартует 2 августа на Пятом канале. «Условный мент» второй сезон – это продолжение российского детективного сериала о честном сотруднике полиции, который, несмотря на преграды, продолжает побеждать зло и помогать тем, кому требуется помощь правоохранительных органов. Бывший полицейский Дмитрий Рыжов вместе с участковой Ариной Гордеевой будут бороться с несправедливостью и наводить порядок в родном районе. В продолжении детективного сериала о бывшем полицейском Дмитрии Рыжове и участковой Арине Гордеева мы увидим, как они не могут пройти мимо несправедливости и будут наводить порядок в родном районе Рыжова. Они будут вместе, как и в первом сезоне. Напомним, премьера второго сезона сериала стартует 2 августа на Пятом канале. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.